24-летней Анастасии Решетовой не приходится скучать в компании маленького наследника. Первая вице-мисс Россия, 2014, поделилась трогательными моментами общения с 4-месячным Ратмиром. Модель продемонстрировала, как проводит время с первенцем. Тот растет жизнерадостным и любознательным. Малыш регулярно проходит сеансы массажа. Возлюбленная рэпера Тимати показала, какие эмоции вызывают у младенца приятные процедуры. Мужчина подарил звездной маме очаровательную улыбку. Анастасия с нетерпением ждет, когда же Ратмир начнет разговаривать. Она сняла попытки ребенка произнести первое слово. «Что? Что ты сказал? Мась?» – спросила инстадива. В ответ мальчик с интересом начал рассматривать камеру и болтать ножками. Решетова поделилась архивными кадрами с сыном. Она запечатлела его в преддверии Нового года. Популярная шатенка одела Ратмира в модный классический костюм с белой рубашкой и бабочкой. Младенец лежал в кроватке. Видно, что он подрос за 1,5 месяца. «Это мы Новый год встречали. Худой еще был тогда», — отметила титулованная красавица. Анастасия долгое время скрывала лицо Ратмира за разными стикерами. К огромной радости фанатов, теперь они могут рассматривать черты малыша. Многие говорят о его сходстве с музыкантом. «Папина копия, нет, мамина, он больше на отца похож. Красавчик в любом случае», — прокомментировали они. Решетова считает, что ребенок похож на обоих родителей. Молодая мама постройнела после недавних родов. Она рассекретила параметры своего тела, которые восхитили ее поклонников. Решетова выбрала эффектный образ для свидания с Тимати. Звезда подчеркнула изменившиеся формы сексуальным мини. Анастасия опубликовала интересное видео с сыном. Она заметила, что тот научился строить глазки.